Друзья, привет! Решила я сегодня постричься, так как кончики волос на длине уже стали достаточно тонкими. И для этого я помыла волосы и расчесываю их с помощью своей расчески, которая называется I Love My Hair. И ей можно расчесывать даже сырые волосы, она их не рвет и не дерет. Расческу свою я купила в магазине для парикмахеров. Вот таким вот образом она выглядит. Очень-очень долговечная. После того, как волосы тщательнейшим образом были расчесаны, я разделяю их пробором на две равные части, левую и правую. И начиная с правой половины, отчесываю волосы вперед, ближе к лицу, и на нужном уровне длины отстригаю с помощью ножниц. Ну, я использую парикмахерские ножницы, поскольку канцелярские для ровного среза плохо подходят. Вот таким вот образом достаточно ровно выглядит готовый срез. И то же самое я хочу повторить на второй половине волос. Для того, чтобы приравнять друг к другу левую и правую часть волос, я отчесываю вперед зоны в районе челки и отстригаю их на одном уровне. Ту же самую процедуру повторяю с левой стороны. И вот все волосы мои подстрижены, и я отчесываю их назад. Сзади у меня получилось некоторое удлинение, полукруг или даже клин, который мне тоже хочется устранить. Сбрызгиваю волосы водой, поскольку они уже у меня успели подсохнуть. Далее отчесываю все волосы назад и зажимаю их между пальцев. Затем перекидываю их вперед таким образом, чтобы мне было удобно их стричь, зафиксировав между двумя пальцами, и отстригаю получившийся клин. Таким образом, даже откинув волосы назад, я получаю достаточно ровный срез. Повторяю данную процедуру несколько раз до тех пор, пока не останусь довольна тем ровным срезом, который у меня получился сзади. Выглядит достаточно просто. И вот таким вот образом у меня в готовом варианте выглядят сырые волосы. Я их посушила естественным образом без фена. И вот такая вот прическа, такая вот стрижка у меня получилась. Когда волосы у меня не особенно длинные, они склонны к тому, чтобы завиваться. То есть на них может появиться легкая волна, особенно если влажность, вот как сейчас. Ну, сзади не видно никакого буквально удлинения сейчас. Вполне можно носить вот таким вот образом эту стрижку. То есть постричь себя дома может практически каждый. Ну, а я надеюсь, что мое видео было для вас полезным. Обязательно жду ваших комментариев, жду вас в других своих видео. До встречи, пока!